Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в Гренни. Как я и говорил, сегодня мы с тобой в нее поиграем. И я знаю о том, что есть еще один режим. Мне об этом все комментарии прожужжали, что типа: «Йоу, Виндя, есть другой режим, на нем можно без бабки». Ну а нахрен без бабки? Без бабки неинтересно, без бабки мы пройдем все за парочку секунд, все откроем, все разузнаем, и это будет скучно потом делать нечего. Иди отсюда, уйди отсюда. Ну у нас, у меня тут это летает. Шерсть. Так вот, давай с тобой сегодня, знаешь, что мы сделаем? Мне написали в комментариях, что есть пасхалка в игре. Я, помнишь, говорил, типа, еба, какая-то книжка, что это за книжка? На самом деле, это книжка-пасхалка. Книжка-пасхалка, вот такие вот штуки теперь у нас есть. Ну-ка тихо, приди в себя. Вот так, молодец, молодчина. Поэтому мы с тобой пойдем и попробуем эту книжку как-нибудь использовать. Подожди, а вот эта херобора наверху, она была? Что это такое? Я вижу, вот с одной стороны у нас отвертка. Окей, а что еще правее? Канистра? Это бензин! Это ж бензин! Ёбушки-воробушки, я понял, что это такое. Это бензин для того, чтобы свинтить отсюда на машине. Окей. Так, а тут у нас что? Тут у нас, по-моему, все так же, да? Ну-ка. Нет, смотри, там что-то есть. Там что-то есть. Вот прям там. Я это увидел. Я это увидел, там прям вот видно было, какой-то маленький предметик у него лежал. Это Дуська, не скроешь от меня ничего. Сейчас она сюда придет, и я свинчу вниз. Десантируюсь просто. Я говорю: херакс! И вызрусь с потолка. Давай, иди сюда. Диана. Дуська, давай сюда! О, я вижу тебя. Ты че, тупица, не видишь ты меня? Да, пока. Веди ты на меня. Врет, как дышит. Так, теперь нам нужно найти с тобой книгу. Я вижу картину, но картина — это не книга. Виндяй гений. Знает, что такое книга и что такое картина. Так, значит, вот здесь у меня в прошлый раз была книжка. Теперь ее нету. Вот ты посмотри, какая. Какая херобора. Ну ладно, я, по-моему, видел ее тень. Подожди, она сюда-то не пойдет? Это что? Это что? Еще один кусок картины. Но мне это не интересно. Кстати говоря, на том месте раньше ничего не появлялось. Мне это не интересно. Мне нужно найти картину. И где-то на втором этаже... О, картину, книгу. И где-то на втором этаже есть картина. Картина, на-на-на-на-на-на-на-на. Быстрый разум. Быстро думаю, быстро рассуждаю, быстро прыгаю в окно. Давай сюда. Давай сюда. Ладно, мне вообще-то надо было туда сходить. Опля. Глухая ты, Тереха. Так, тут у нас ничего. Ну давай попробуем посмотреть по всем. Ну давай. Не знаю, что у меня сейчас было с голосом. Давай посмотрим. Здесь, может быть, есть какая-то книга. Мне нужна книга. Мне нужна книга, чтобы открыть пасхалку. Можно книгу? Оу. Ключ от оружия. Ключ от оружия. Я не знаю, что у меня творится с голосом сегодня. Так, обошли капкан. Ништяк. Ну пойдем тогда туда. Пойдем тогда достанем оружие. Потому что, ну а что? Если игра дает тебе оружие прям в твои руки, почему бы ее и не взять, а? Я не думаю, что есть какие-то причины не брать оружие, когда игра тебе его дает. Поэтому давай мы его возьмем. Коробки отошли. Мне уже нашли 3 куска картины. Сколько там всего кусков картины надо? Я не помню. Вот это разговор. Вот это, ёпты ж, блин. Как все идет-то хорошо. Мы прям находим с тобой предмет за предметом, за предметом, за предметом. Знаешь что? Мы можем с тобой паука убить. Мы можем с тобой убить паука вместо того, чтобы открывать пасхалку сегодня. Действительно. А зачем? Зачем открывать пасхалку, если можно убить паука? Помнишь, в прошлой серии я говорил о том, что пауки — это добрые животные, что я люблю животных. Это, конечно, все правда. Но никогда это животное пытается меня убить. Если оно пытается... Мы просто идем куда хотим и везде находим предметы. Вот это жопень как удачно. Вот, я тебе говорил о том, что паук, он хороший, он добрый, о нем заботиться надо. Забудь. Если паук обо мне не заботится, что я должен заботиться о пауке, а? Ответь мне на это. Тогда давай мы сейчас, наверное, бабуську вырубим, а то она, ну как бы, устала, спать хочет. Давай мы ее усыпим, пусть она поспит, а потом будем свободно гулять где хотим. Да? Да. Поэтому пусть она сюда телепает. Бабуська! Давай сюда! Давай. О. Подождать. Хопа! На 2 минуты она врубилась. Поднять могу? Да ладно, серьезно! Я могу после того, как я выстрелил, опять брать ту же самую. Паук, по-моему, застрелился там с печали. Такой: вот ты, бабуська, дуреха!
И паук огорчился, короче, и сам себя вырубил. Так ладно, я могу подбирать уже использованный транквилизатор? Это ненормально. Это не норма. Ладно, давай возьмем вот это. Первым делом ключ. Так, положили, хорошо, пойдем с ключом. 2 минуты без дуськи. 2 минуты без дуськи, пердуськи, это прям вообще хорошо. Это прям вообще красота. Давай посмотрим сразу здесь, может быть здесь. А это не книга, бляха. Я думал, что это книга. И тут внизу что-то. Прям не игра, а какая-то красота. Везде, куда хочешь иду, везде все нахожу. Там предмет, тут предмет, там предмет, тут предмет, везде предмет. Так, положили это сюда, дверь открыли. Теперь погнали обратно доставать оружие. Пушку для того, чтобы угрожать пауку. Я подойду к пауку и скажу: ты, слышь, ебака, ну-ка быстро от меня отвалила. И она скажет: ок. И все, и больше ко мне приставать не будет. Чем меня плющит? Так, это я подбирать не могу, да? А чем эти книги ему не втыкают? Он говорит, типа, мне нужна книга. А почему именно... Наверное, я ту книгу должен принести сюда. Я понял. Я все понял. Я мозг. Так, а тут больше ничего нет. Ну, я могу нажать на кнопку, типа, посмотреть на тебя. Я могу донести, кстати говоря, пасхалочку с этой, со Свендериной. Ну, нафиг. Эй, слышь? Он вперед не хотел идти. Я могу, типа, донести туда пасхалочку со Свендериной, но нафига? Нафига, Казибаян, если я могу взять арбалет и просто пристрелить паука? Скажи мне. Это такая очень стародавняя загадка, все над ней бьются головой об этот вопрос, поэтому, да. Главное, чтобы она меня сейчас за поворотом не поджидала, как гопница. Ну, вообще, бабуська гопница, это на самом деле правда. Типа, ну она ходит с битой и мудохает любого, кто ей не нравится. Действительно, бабуська гопница, с этим поспорить ты не можешь. Давай, по пауку. Говорят, надо попасть туда. Слушай, а я попаду? Я не знаю, а арбалет летит прямо, нет? Ладно, давай попробуем. Опси-допси! Это... Подожди. Это проблема. Это проблема. Большая проблема. Теперь бабуське надо не попасться. Дуська. Самый, блин, неприятный момент, когда я не знаю, где она. Окей, она не здесь. Бля! Ебать, меня она правда испугала. Я говорю, главное, чтобы она из-за угла на меня не выскочила. Чё сказал, внучок? Ща оформим тебе битый по щам. Окей, это, я не испугался. Я не испугался. Ты хочешь сказать, что я испугался? Да разве этой бабуськи кто-то испугается? О-о-о, не, никто бабуськи не боится. Бляха, что-то я рано. Все. Никто бабуськи не боится. Не, на самом деле, это всего лишь старушенция. Ее пнуть немного, она упадет и все. На самом деле, почему я не могу, знаешь, подойти к ней сзади? Такой типа, а потом, херакс, ногой по ней, и все. Как бы и нет проблем. Она же злая, правильно? Не то, чтобы я должен о ней заботиться. Я ее с ружья прям пристреливаю. Что ей будет от пинка под зад? Ничего. Она упадет и вырубится просто. Она вообще идет сюда, не? По-моему, она забила. Слышь, старушка, не спи. Давай сюда. Ну, по-моему, решил на меня, короче, забить. Так, нахер мне этот внучек? Буду я, короче, сидеть... с пауком шахматы играть, карты раскладывать, жоп все это дерьмо и буду сидеть в подвале. А, не, решил прийти, окей. Где же он? Не знаю даже. Ну, вот я в прошлой серии еще говорил, насколько у нас бабуська умна. Просто, знаешь, мозг, IQ уровень 9000. В комнате нет ни одного другого выхода, главный герой круто-то пропал, и она такая, Нет, ну вот это довольно трудный вопрос. Куда пропал внучок? Даже не знаю. Даже не знаю. Эх, бабка. Ты где, блин? По-моему, она пошла куда-то то ли направо, то ли налево. Выходить не буду, я ссу. Ну а что? Ты будешь меня за это обижать? За то, что я ссу? Нет, не надо этого делать, потому что я просто продуманный. Пойду сейчас. Ага, она там. Я понял тебя. Я все понял. Она в той комнате. А что она может там делать? Не знаю. Пельмеху искать какую-нибудь. Я не знаю, почему она может быть в той комнате. Там делать нечего. Серьезно, что она может там так долго делать? Не, правда, а что она может там так долго? Может я... Блин. Ну конечно! Она меня вообще с расстояния вот так... Ну конечно, где... Не бабуська, а ниндзя какая-то. Она меня прям вот...
Ты наебала, молодец какая, хорошо, давай, ладно. Дверь теперь открыта, да? Да, дверь открыта, она открывает дверь во второй день. Она такая типа, ну, в первый день я закрыла дверь, это ничего не дало, поэтому я не буду этого делать во второй, в третий день и просто дам ему идти куда угодно. Потому что я мозг, скажет бабка. Так, слышь, а эту дверь она закрыла. Ну и балда, я пойду в другую. Да пошла ты в баню! Ни в какой я hide and seek не хочу играть. Я хочу паука убивать, это все, что я хочу. Так, мы знаем с тобой, что арбалет летит по параболе. А арбалет летит по параболе, значит, мне нужно просто, ну, немного учесть. Математически рассчитать синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы, все вот это вот. Так, теперь надо ее убить. Ты где? Ты где? Ой, знаешь, давай я не буду с ней играться, короче, и просто пойду вверх. Так, если что, хоп, хоп, сразу мышкой нажал, убил. Нажал, убил. И все. Никаких проблем. По-моему, все нормально. Я прихрамываю, конечно, но разве это кому-то мешало? Так, давай мы подойдем так близко, как можем. Еще чуть-чуть. Чтоб паука не обижать. Точный выстрел. Ну что? Ну что, спайдер-жук, все, не тронешь меня? Отлично, отбери. Так, подожди, это что-то похожее на веревку. А это случайно не откроет сейчас? Окей, я думал, что это сейчас откроет. Так, что у нас здесь? Да хватит назад-то иди! Не иди, да не иди назад! Я жму вперед, он идет назад. Что это такое? Граната? А, это зажигатель. Понятно. Ну что? Ну что, спайдер-жук? Надеюсь, он меня через расстояние-то не укусит. Так это что? А, я думал, это ключ какой-то. Ёбушки. Не-не-не, давай-давай-давай. Хоп. Ого, она меня аж подкинула. Все, давай, пока. Пока-пока-пока. Нормально. Нормально. А все. Типа в этой игре мы с тобой уже короли. Спайдер-жук нас с тобой не тронет, бабка нас с тобой не тронет, ничего нас с тобой не тронет. Можем ее с тобой вырубать и подбирать. Вот мне кажется, авторы должны исправить вот этот вот штук, который я стреляю. Транквилизатор, потому что... Транквилизатор лютейшая просто, лютейшая побеждаха. Если у тебя есть транквилизатор, то все, ты король мира. Тебе ничего больше не тронет. Ну смотри, что это? Ну что это? Я транквилизатором убил бабульку, и потом такой типа, давай-ка я возьму транквилизатор, который я уже по идее использовал, и понесу опять. Это логично же, ну. Так, подожди, а где я находил ключ от машины? Ключ от машины, ключ от машины, ключ от машины. Где ты находил ключ от машины? По-моему, то ли в подвале, то ли где-то еще. Я помню, у меня краем глаза ключ от машины пролетал. Нет, не помню. Не помню. Ну ладно, ну ладно. Так, слушай, а что нам вообще нужно для машины? Для того, чтобы ее открыть? Мне нужен ключ от машины. Ну, логично. А здесь что мне нужно? Мне нужно engine part и car battery. И spark block. Ну, spark block я могу уже найти. Я знаю, где он. Он у Paul Kids. Так, car battery. Car battery вообще не знаю, где он спрятан. Ну, где-то спрятан. И engine part... О! Пасхалочка. Ну ты знаешь, мы с тобой можем, конечно, пасхалочку сделать сейчас. Но мы сделаем ее с тобой в следующей серии, потому что я подумал о том, чтобы продолжить все это на стриме. Но пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Ну и жди следующих видео. Я надеюсь, тебе понравилось. Всем пока-пока-пока. До скорого. Удачи.